пустынные московские улицы. Маджик. Все. Сейчас у нас, значит, прогноз. О, видишь, какой светится. Я подумал, что это небо светится, даже обрадовался. Сейчас прогноз. 3 градуса, холод вернулся. Чему я очень рад. Так, ну и дальше что? Понимаешь, вот в поездках в дальних, конечно, лучше всего, когда ты можешь спать в машине. А здесь какие могут быть препятствия к этому? Как одно, так и другое. Как холод, что приходится включать двигатель, что не полезно для двигателя, так и тепло. Потому что когда солнце жарит, тебе необходимо спать под кондиционером. И ты тоже гоняешь двигатель на холостых. Хотя я сейчас посмотрел, и написано, что нифига это не вредно, но ладно. Что нужно просто чаще масло менять, что это просто моточасы, и все. Но тем не менее не хочется. Да, и удивительно, что та шоколадница, в которой я только что был, ну, на Китай-городе, вот это, в которой все время бываю, выяснилось, представляешь, что она круглосуточная. Я вообще прибалдел, классно. Так, вот теперь у нас выбор, куда же все-таки пойти, на Трубную или на Сретенский бульвар. А сейчас я определю, откуда ветер. Если ветер в харю будет по дороге на Сретенский бульвар, пойду вон туда, на Трубную. Ну, идти чуть дальше, конечно. Зато ветер не в харю, да. Ну-ка, пойдем посмотрим. Мужичонка набирает код. Зеленая дверь, кстати, тоже круглосуточная. Сейчас там такая гульба идет, я даже себе представить боюсь. Хотя, может быть, и нет. Не буду уже заходить. И то они подумают, что я пришел, потом подумают, что я потерялся. Ну-ка. А, ну давай, пойдем до Трубной. Рискнем здоровьем. Не такой уж прям сильный ветер. И тем более под горку идти. Как раз я... Мама родная. Вот это роскошь. Смотри-ка. Какая там лесенка. Девушка руку у клитора держит. Так, давай припустим. 9 минут. Блин, ё-моё. Потому что, блин, долго ждать потом. Мать его. Все, я успел. Ну вот, теперь прямо к 3 километра, как говорит навигатор. Здесь уже сейчас мимо этого стендап-клуба пройду, который, думаю, затесаться. Да, если бы ты меня спросишь, хотел бы я выступить в качестве юмориста, хотел бы.